Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас краткая инструкция по сборке душевой кабинки. Правильное название — летний душ. Ширина метр, длиной 2 метра. С парником, с баком, с подогревом. Пока что мы видим набор запчастей. Брус. Брусочки для трапика. Железо. Еще железо. Сейчас начнем с бруса. Брус выкладываем в шахматном порядке. Размечаем середину. И скручиваем на уголки. Так, у нас вот такой набор запчастей лежит. На земле это задняя стенка. Также есть две рамки. Одна устанавливается в середину каркаса, другая — наружная стена, в которую будет врезаться дверь. Сейчас начнем собирать. А брус у нас уже скручен, готов. Несем его на место. Связи у нас есть двух видов. Это двойная пятка и одиночная. Назовем ее просто одиночная пятка. Куда, какие идут. Вот мы начали собирать. С одиночной ставится вниз. Это у нас низ конструкции будет. Середина и верх идут двойная пятка. Середина ставится напротив прогона. И сейчас мы сверху будем укладывать рамку промежуточную. Ее предварительно разметили, где будут крепиться средние прогоны. В каждую рамку вставляется дуга для парника и соединяется. Здесь уже идет не прогон, а идет квадрат. Это крепление для бака. По сути, это тот же прогон двухпяточный, просто соединен между собой связями. Ну, естественно, вот эту всю стружку нужно будет стряхнуть, чтобы она не ржавела. В принципе, она сама выпадет, когда начнем переворачивать конструкцию. Уложили рамку промежуточную, зафиксировали ее снизу и аналогично прикручиваем к ней следующий ряд связей, они же прогоны. Здесь такой квадрат получился под бак. Скелет, так скажем, будущего душа готов. Сейчас мы его положим на бок, начнем обшивать поликарбонатом. Для этого, чтобы его не поцарапать, не повредить, выкладываем проставочки деревянные. В данной комплектации у душа у нас есть три листа, порезанные уже в размер по высоте. Два листа целых идут на длинную сторону. Один режется пополам. Сейчас покажем, где он. И есть у нас прозрачный один лист. Это для парника, где будет установлен бак. То есть верхняя часть. И еще кусочек — это зашить торцы. Это тоже все покажем. Пока что у нас вот половинку мы отрезали и прикрепили ее к задней стенки, наживили. Сейчас покроем
боковушку большим листом. Обо всем по порядку покажем. Затем берем большой лист, прикладываем его, выравниваем. Можно делать с небольшим напуском. Мы делаем это под лицо, так симпатично, на мой взгляд. Снизу профиль. И чтобы не было щелок, немножко закипаем. Можно, в принципе, срезать за под лицо, можно тоже небольшой напуск, чтобы он был ровненький, оставить. Вот здесь было принято решение, чтобы его загнуть, чтобы никто не подглядывал. И прокручиваем. Аккуратно перевернули конструкцию на другой бок. И сейчас точно так же листом поликарбоната будем крыть. Второй лист точно так же уложили, выровняли. И сейчас прокручиваем. Затем кусочек, который у нас был поуже, делим на двое. Вот одна половинка стоит. Вторая половинка уже закреплена на парниковой части конструкции. Небольшой нахлёст тут. Оставляем и закрепили, и подрезаем все по форме. И с другой стороны, с второй половинки аналогично. Второй торец на парничке закрыли. Верхний лист тут чуть-чуть осталось, докручивается. Также загиб. Сейчас будем закрывать парник. Сейчас мы закрываем парник. Сейчас мы прикручиваем к одной стороне, потом перевернем опять кабинку, уложим бак и закрепим вторую сторону. Тоже одет профиль. И потом понесем, поставим ее на место, приделаем две трапики и остальную мелочевку. Все, парник прокрутили, бак вовнутрь уже поставили, прорезали в поликарбонате отверстие для отвода, к которому будет подключаться шланг. Также вывели провод в ту сторону, куда клиент попросил. Вот так вот внутри это у нас все. Как он будет стоять. Душ мы перенесли, установили на основание, закрепили. Сейчас идет настройка трапика. К баку прикручена фурнитура. На стену закрепили лейку. И сделали мышцу. Трапик пилится в размер. Крепится саморезами. Последним этапом у нас была установка и обшивка двери. Дверь прикручивается в шарнирах. Срезается поликарбонат по форме. И прикручивается. Ничего сложного. Шпингалет с одной стороны, с другой. Зашел. Закрылся. Дальше прошел. Моешься. Шторка. Чтобы сухие вещи, которые висят на крючке, не замочить. Там по трапикам колышки. Чтобы это все прочнее стояло. Бак
Так, 150 литров с подогревом. У нас розеточка выведена наружу. Тут уровень. Вот такой получился душ. Хорошо вписался он в данное пространство. А я, пожалуй, с вами буду прощаться. Спасибо вам за внимание. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!